Ребят, оказывается, если на вашем телефоне есть Google Chrome браузер, то он высасывает много памяти. Потом памяти просто не хватает на вашем телефоне, и вы хватаете за голову и думаете, блин, почему не могу сделать фотку, снять видео, скачать какое-то приложение и так далее. Итак, смотрите, повторите все за мной. Зайдите в свой Google Chrome браузер. Три точки, настройки, настройки сайтов. Объем памяти. У вас здесь будет очень много сайтов, и каждый сайт будет пожирать твое количество памяти, поэтому нажмите «Удалить все данные», «Удалить». Все, смотрите, у меня все удалилось, теперь у меня чисто и освободилось несколько гигабайт памяти. Даже не то, что несколько, а намного больше памяти на моем телефоне, чем ожидалось. Поэтому обязательно пользуйтесь этим способом. Также, если вы хотите дополнительно скачивать премиум приложение без рекламы, заходите в свой Telegram, поиск и в строке поиска напишите Антра Хэппи. Это лучший телеграм-канал. Также здесь вас ждут дополнительные возможности. Присоединяйтесь, чтобы узнать о них как можно скорее.